Ой, у меня винтовочка синенькая. Ну чё, Вероника, сейчас ты как? Прийти, давай ближе, да, ближе, подходи ближе, иначе начнет сейчас резать, блядь, всякую жопу. Пата, как ты залез сюда? Все, готово! Поехали! Еще один прилетел. А, не, не, Мария, нихуя, мне прилетел. Чик. О, чик! По бульдам за ПВП. Пьяный чик, вонючий пьяный мужик. Ебать тулюсь. Ну, правда, без хедшотов. Ты их делать не умеешь просто. Да я их, блядь, ставлю как каждый, как божий день. Вчера я просто бог хедшотов был. Я там Соузи с диспетчером, верим, я Соузи с диверсантом их там раздавал направо и налево, блядь. Чего такое, Брюш? О, Норби, давай селф-радио. Включи. Под музычку посмотрим. Сразу в мут. Нет, я сейчас хочу и хедшот сделать, блядь, да. Ну, поэтому в корпус не стреляй, не интересно. Что-то не селф-радио это, Норб. Блядь, где она? А, у тебя нету? Зря. Попало? Сейчас, подожди, круж, я себе налью пивко. Подожди, не мешай, ты пока там это, побегай. Лёха, ты сейчас уснёшь после бутылочки. Не, Лёха, мы сегодня с тобой до утра же играем. Я надеюсь. Посмотрим на твоё. Ну всё тогда у меня, вот я пивом сегодня затарился нормально сейчас. Да ты уснёшь через час, Лёха, я тебе говорю. Да не-не-не-не. Нихуя себе, я не попадаю. Вот это да. Завтра выходной, будем до утра играть. А, ну всё, договорились, что? По полной. Блять, не попадай, ебануться. Охуеть. Я голосовую активацию включил. Вдруг если слышишь храпы, то значит я уснул. Нет, я скорее услышу, как ты рыгнешь. С Певченского. Вот он замес вообще, дед против нуба. Ну против нуба точнее. Ну ты у нас тоже нуб, только ты еще голимый нуб, и ты мне еще и проигрываешь к тому же. Так что, в принципе, ничего страшного, что нормально. Ты еще ниже по рангу стоишь. На 3 очка. Студия последней дуэли. Груш уже 10, оказывается, было же. Сколько там, напомни, 34-31 ты проиграл, да? 34-33. Не, 34-31. В голову! Отлично, сверху навел прямо в голову. Шикардо. Сейчас мы с тобой, Ирби, сможем сыграть. И ты проиграешь. Может быть. До 34. А кто это говорит? Лаки кот это говорит. Чудо дверь отвалили. Что это у тебя это? Что-то я не понимаю. Блин, так у вас так такой быстрый стрейт. Или я. У меня мышка уже. Ой, клавиатура, все, блядь. Лене не повезло немножко, она сейчас резается, блядь, в месте, где нету стрейфа. Два раза погибла быстро в песке. Есть. До 15. Че в машине так плохо? Я не знаю, хуй знает, что в машине так плохо. Где она? Тыковку! Нет, не попал. По-моему, что тыковку. Сложилось так аккуратненько, тетя. Да куда ты бежишь, пушку бери. Не надо никуда бежать. Ты не БСТ-ш берешь. О, уровень босс повышен. Е-281. Хуеть. Йоу, Вероничка, йоу. В
Хорошо, хоть она не бомбит, как Таня. Тогда видос смотрел, перестрелка, блядь. Нахуй, 20 минут бомбежки, блядь, на Эвила, ебать, это просто пиздец. Это, блядь, такой Дом 2, просто, блядь, на уровне, нахуй, самого лучшего Дома 2, который мы... Да-да, Таня Бест, ты слышал это видео? Это вообще дичь. Идет перестрелка, мы... я даже говорить перестал, блядь. Она просто там, блядь, на него. И там был, нет, пиво пил, да. Там, блядь, пиздец, запись просто. Я сзади, йоу. Ну, давайте ПДМ-очку сделаем. Блядь, чё поворачивается? Получила? Получила? Алло, хватит там всякую хуйню кидать красную, блядь. Отвлекайте меня. Навга башку. Причем, блядь, не целясь. Хули, скилл. Эх. Блядь, день настал, подожди. Черт. Чё-то никак оторваться не могу, что-то вроде чувствуется, луплю, 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 а вот сзади. Вот этот трек вообще топой. Я вот этот диверсант, прикольный трек какой-то немецкий нашел, тоже мне понравился. Strip me. Ну или как это, strip me, типа, блядь. Strip kiss там по-немецки, блядь. Так я выкладывал. И в группе он выложен, кстати, сразу можно, там он есть в начале. Никому твоя группа не нужна. И пошел нахуй. Кому ты-то, блядь, нужен? Жопа шли. Блядь, да ладно. Говорят, ты в Ютубе, да, есть? У тебя это, канал свой? Нет, у меня нет своего канала в Ютубе. Это чужой канал. Мне кому нужен ты чё? Конечно, есть. Их три, блядь. Да ладно, блядь. Не успел убить, что ли? Бывает. Дал догнать. Ну ладно, хуй с ним. Чё, твои там собраты приехали, Ника? Не понял. А чё, авиа не запустили? Лёха, 15. Не понял. Давай ещё. Просто очень странно, блядь. Чё-то я не могу понять. Чё за фигня-то, блядь? Откуда копы запускали чё авиа? Так я запустил 1057. Ну вот, а копы всё равно ездят. Прикольно. Я чё-то не понял. Вот эти убийства, блядь, вообще дичь какая-то происходит. Шовец, который никогда не стрелялся в ПВП. Сейчас у нас с ним счет 15-13. 14-15. ПДМ-ка. А, нет, ДМ-ка. What the fuck? Нет, тоже вот она тоже странно, что-то догнала меня как-то быстро. Очень удивительно. Очень удивительно. Да нет, да нет, такое быть не может, реально. Мы же видим, что. Стрельба, это понятно, была уже ПДМ-ка. Это все читы, Ирбис, это понятно, все, все читаем опять. Нет, ну что это, блядь, сука. О, блядь, да я и ПДМ-ки ставлю одну за другой. Как так, блядь, меня догнать-то, ебать, вот она уже три слова. Три выстрела. Еще одна ПДМ-ка, третья подряд. Ты че? Третья подряд ПДМ-ка. Только тело будет, только тело. Какое тело, блядь? Сейчас будет хедшотик, на, елки-палки. Тело улетело. Как так, блядь? Какой лол нахуй, ёбана в рот? Ты чё, на еще один хедшот, блядь? Заебало бегать, блядь, по полю нахуй. Читеры, сука, подрубайте всякую хуйню, модеры ебаные, блядь. Ну выходи сюда, буду, блядь. Иди сюда, вперед. А, уже все, не хочем стреляться со мной. Эндрю, ты копов можешь убрать как-нибудь? Я убрал, 9 минут, вот идет запись же, 9:16. Да коп, коп. Блядь, ну ща, погоди. Выстрелил же, вот, нет никого. Все, Вероника вышла. О, по-моему, я порвал Веронике попу. Черт, обидно-то как. Ну иди.
Играем, на играем вдоль линии пляжа. Если резать за линию пляжа, ждешь, пока человек вернется. Да, дед спрашивает. Я же выиграл. Ладно, нормально. Бедная Вероника, а че она обиделась-то, блядь? Ну ладно, бог с ним. Ничего страшного, извини.